Ну, поехали тогда против нашего Пупиктуса, да. С ним у нас пока не так удачно складывается, сколько играем, что там наша игра, где он на ребьюке вытащил вообще. Что до этого меня раскатал просто 2-0 без шансов. Не, я не решаюсь никак ни реаниматором пойти и так далее. Я либо обычно камбреем хожу. Чаще обычно камбреем. Так, юнит. Мы фиолетовую не получим. Нам надо здесь фиолетовую получить, наверное, с вами. Для верности. Так, ладно, ребят, все. Сосредотачиваемся. Что-то он пока не раздает себе два хода, ничего, интересно. Я думаю, пока птичку мы убивать не будем. Давай сходим к виной в атаку. Хотя, может быть, это глупо. Я хочу, чтобы она поэквипалась. Могли, конечно, 5-5 поставить. Но там это все под ванквиш подходит, мало ли что. Я хочу, чтобы он ее поэквипал чем-нибудь. Угу. Например, она, конечно, отхилит хорошо, но... Теперь 2 к 2 мы сможем разменяться. Мне нравится, что есть облитерейт и дум. Ох ты как. Заманчиво. Очень заманчиво. 4-4 птичка. Хорош у него варкрай прошел. Один из самых идеальных. Но либо птичка у нас, да, либо плита. Что нам важнее? Чемпион нам важнее, либо 5-5. 5-5 он может заблокать. Да, чемпион у нас с вами с дестачем пойдет. Птичку, конечно, он... Вот он на 4 в атаку, да, мы намного-много в атаку. Вот, значит, никаких раскачек там не будет. Чемпион, либо... Причем, если чемпион играет, мы пока не играем своим земельку, чтобы не показывать. Но чемпиону может быть торч. Нет, давайте мы лучше сыграем понадежнее немножко. Потому что чемпион нас убивает и торч, и ванквиш, а дум у нас убивает только ванквиш с вами. То есть на чемпиона два раза больше ремувал у него есть, а мы тут уже близко. Вот. А так бы мы просто чемпионов хаоса потеряли, окей. А, и... Ну, он и все нашел, да? И ванквиш, и... И ванквиш, и торч нашел. Окей. Еще у Неронина. Давай мы, наверное, разменяемся вот этими. Пусть у меня будет один чемпион, чтобы у него еще не был кого-то под эквипу. А если будет эквип птичку, у нас будет облитерейт и... Да, давайте попробуем. Квина свое дело сделала. Пусть он эквипает тогда птичку.
И надеемся, что нет торча. Плохо. Да, мы в 2 хп, нас дофига чего убивает, любой эквип. Ванквиш. Да уж. Тяжко с раканкой. Блин. Ладно. Опять он отдарашил. Ну, кстати, уже... А мы все ничего не можем ходить, да, на первые хода, вообще ужасно. Надеяться на землю нам тоже нельзя, давайте менять. Значит, мы 3 хода ничего не делаем. Да, так уже интереснее. Так, у нас с вами красная. Да, нам нужна красная. Начнем с Far Cry, наверное. На сегодня никаких раскачек нету под него. Оставим под чемпиона пока. Оставим под чемпиона. С другой стороны, ему выгодно меняться, да? У него птичка вылетит, опять отхилит. Я до сих пор не знаю, как правильно в этих случаях делать. Бывает Ронин, но если выйдет чемпион, мы вообще остановимся на всем, правильно? Потому что чемпион нас сразу тормознет, и мы вообще ничего не сможем сделать. Хотя сейчас с рапидшотом уже что-то можно, но... Есть там протект или нет? Нет протекта, окей. Теперь нам нужен какую-нибудь квину, чтобы усилить нажим, пока не вышла птичка и нас не отпинали под эквипами. Дракошка с кучей Warcraft тоже будет неплох. Doom это, конечно, не тот вариант, который хотел бы видеть. Потому что он отлетает от Кванквиша, а дракон... И Квина отлетает, но... Квина не отлетает. Точнее, Warcry на Квина все равно отлетает.
Но они хотя бы смогут что-то сделать. А здесь он просто стоит как цель. Сейчас у него весь наш Warcry уйдет в Ванквиш его. Если он, конечно, есть. Он должен быть. Нет, пока просто птица. Окей, ну мы всеми в атаку надо. У него там торч или нет? Нет, у него там торча. И сейчас еще плита будет, и вообще сюрпризик какой-нибудь там. Так, у нас еще вот здесь будет с ультой нажим большой. Теперь, я так понимаю, можно сайдиться, только что нам с этим делать? Хотим ли мы агрить дальше, либо мы хотим перейти в контрольный вариант с граундбрейкерами? Кабалка здесь, скорее всего, исключение из правил, да? Хотя пару штук может и помочь. Хотим ли мы отказываться от первых дропов? Насколько нам помогут здесь суфакейты? Конечно, помогут против чемпионов. Когда вырастет что-то, ну, на начальную игру будет нормально. То есть уходить ли нам опять в контроль, либо идти в агру, как мы до этого играли. Давайте мы пока вот этот вариант отложим. Сыграем еще раз основной колодой. Хотя попробуем оставить все, поменять только минус. А нет, сейчас секунду. Убрать кабалок. Добавить граундбрейкеров, вот.
Ладно, мы ходим вторые еще. Блин, я ж не ту колоду взял. Я ж поменял, а переключился на мейн. Ё-моё. Ну ладно. Так, у него есть какой-то быстрый, наверное, раскачка, у него, значит, торчом бы он убил, хотя вряд ли, может быть. Rule number one, don't drop your tools. Надеюсь, что это не протект у него там в руке. А, там раскачка плюс 3, плюс 3. Есть кабалка. Да, давайте мы выпрыгнем с ней. Ну, пусть отдает птичку за кабалку, да, в принципе. Да, давайте птичку на кабалку поменяемся. Вообще не жалко будет. Никак не жалко. Третий дроп на третий дроп. Даже хра... Блин, даже ладно. Может, не стоит нам в контроль идти? Он ждет нас от нас, граундбрейкеров, чего-нибудь такого. С дракончиком что-то надо делать. А, нет, что я делаю-то? Да, раскачаем ее, все, мы ничего не можем. Хотя он, может, неправильно я торчу, да? Надо же, ну, я думал, там плюс три, да, там торч, оказывается, сидел. Да, так бы сейчас... Чем бы он ее убил? Хотя он, может, а дракончик убил, наверное, бы. А не ее. Он дракончик Сайленс, конечно, охота. Сейчас он опять что-нибудь подлое сделает. Да, сало на драк... Подлый War of Favor. Так, ладно. Мы с вами взяли и пошли вот мейном, как ходили, да? А чё, хорошо получилось? Случайно пикнули, а все равно стратегию выдержали. Давайте попробуем еще раз сыграть. Все равно хочется его быстрее убить. Насколько нам помогут всякие граундбрейкеры? Конечно, это поможет, но... И
Давайте рискнем, поверим в основной мейн наш. Еще раз, чтобы он раздался прям так. А он первый ходит. Да-да, давайте кипнем. У нас кричи есть, мы эту и попозже сможем поставить. У нас тут 3-2 уже есть по землям, уже хорошо. Нам теперь еще квину мы еще ни раз не видели с вами, да? Да ладно. Ну окей. Чемпионом уже будут проблемки, да? Ну ладно. Надо нам 2-2 ставить. Если он выпрыгнет, надо ее выпрыгнуть, чтобы критичить ситуацию. Сейчас пока лучше этими давить, наверное. К4 маны будет, тогда можно прыгать, на следующий ход качать, скорее всего. Еще один, да? Давай одним сходим. Четвертую надо, конечно. Хотя с другой стороны сейчас. Ай, вот этим я хочу разменяться. Мы по хп прям проигрываем конкретно. Какая-нибудь пушечка и все, да? Нас 2 хода здесь убивают. Так, а мы здесь ничего не делаем с вами. Ходим в атаку всеми. Интересно, есть он блокает вот здесь вот. И здесь вот. Не, нам двоих нельзя ходить в атаку. Четверкой можно сходить в атаку. И поставим Думу, и у нас вообще ничего не останется. Тем поставим Думу, сможем на следующий ход его, если вдруг он не разменяется, убить.
От этого просто он получит шестерку или пятерку. Двух хп вообще. Ладно. Все равно, если это убивает, что-то Артем, что так, без разницы, чем он его убивает. И на чемпиона, да. Куда деваться? Все надо 8-8 убивать. Что там, протект? Нет. У тебя есть манка придет? Так. 4-4. 4-4. Ему надо по-любому кого-то блокать. Правильно? 4-4. Кого-то надо блокать. Нас убивает все равно любой торч, да? Нас убивает любой торч. А если мы... У него там что-то +3/+3 вроде раскачка есть, да? То есть если мы качнем на шестерочку... Если мы пойдем в атаку, он заблочит 3-3. Да, давайте. Если он блочит, мы ставим дум, 1 хп все равно не важно. Один хп, мы все равно умираем. Он кидает раскачку, выживает. Мы пробиваем на четверку. Ставим дума. А, блин, он же дума убивает. Чё ж я натворил-то? Вот, теперь он все равно нас убивает, не убивает, неважно. Hammer of Might. Ну да, мы здесь блокаемся, больше делать нечего. Теперь мы ее можем только качнуть. Еще одна раскачка, что ли? Нет. И теперь топ-декает он что-нибудь болт или нет? Да.